Всем салют, это прослушка. Прослушка на альбом Мияги Эндшпилю собрала на данный момент 11 тысяч просмотров. Там и позитивные комментарии, и негативные, и 200 с чем-то лайков, и столько же дизлайков. Короче, я очень благодарен всем слушателям, поклонникам творчества Мияги Эндшпиль. Я старался там всем поставить лайк, кто написал комментарий. В общем, я вам очень благодарен, и я обязательно запишу прослушку на Хаджиме 2. Вот. Ну а сегодня мы с вами слушаем новый альбом Тифеста, который получил название «Иностранец». И вот начнем с интро. Так, 13 треков, есть скиты, есть совместные работы. О, еще скандал в пиано-версии. Ну, в общем, давайте слушать. Напоминает интро Скриптонита. Все в моем доме есть. Но в принципе интро вообще не обязательно было. Бит хорош. Бит мне нравится. Ну, текст такой средненький. Ну, вставки реально напоминают вставки, как у Скриптонита, в общем. Иностранец. Я так мельком только слышал этот трек, по-моему. Опять же, бит хорош. Исполнение его не очень нравится опять. Но такой бенгер, короче, кочевый трек. И припев запоминающийся. Мне нравится, как он положил свой текст на этот бит, как делал паузы. Вот этот проигрыш очень круто. Ну, по тексту я не сказал, что что-то особенное. Опять же, бит тащит. Им не нравится, это вот, наверное, про меня. Единственное, что мне хочется послушать на этом альбоме, это 104-го. Парт 104-го и все. Там что, Кристина Си? Блин, вот, ну, в принципе, нормально. Скрывать не стану, цепляет, ну, больше музыка, конечно. Хм. 104-й. Нет? Ну ладно. Вот парт. Сейчас я больше кайфану с музыки, наверное. Короче, можно смело вырезать 104-го и отдельно слушать его. Скандал. Я у многих уже в сторис видел запись экрана этого трека, скриншоты, но быстренько проматывал, чтобы не слушать. Сейчас посмотрим, что так все полюбили. Заебись. Сам проигрыш пиздат. И чё, кайфово? Блин, музыка становится насыщенней, как я люблю, в общем. Я добавляю, короче, этот трек в любом случае. Пиздата. Сменилось настроение. Ну понятно, почему девчонки кайфанули с трека. Блин, очень интересный трек в плане музыки. Но напоминает Скриптонита. Иногда бывают прикольные скиты, иногда вообще они в принципе не нужны. Ну ладно. Окно. Я бы выпрыгнул тоже с окна, но тут третий этаж и приходится вот слушать. Это было ожидаемо. Ну, короче, вообще это прям тупо альбом для девочек. Лояльность.
Пиздец, она классная. Я кайфую от нее, как первоклассник. Блин, как мне нравится музыкальная составляющая у этого альбома, а. Вот бы просто эти минусовки и гонять в плеере. Ну, в принципе, лояльность. Так чисто походить, покайфовать может. Добавил. Ну вот зачем это? 1KKK. Feed AMD. Первый раз вижу. Уже прошли года, когда хотел внимания. Солнце слепит мне глаза, не прячу под рыбаны. Когда я рядом, бабу хуй сосет своих пацанов. Ну-ка, давайте, фест. Он сейчас был такой дерзкий в припеве. Что вот это? Этот трек, наверное, больше всего не зашел мне. Бурьян. Бурьян. А, ТФС. Блин, мне интересно, кто писал биты вообще. Я умница. Продакшн, Найман, Барс, ТФС. Ларкин, ТФС, ТФС. Тут даже нет скриптонита. Ну круто. Вот это для меня прям открытием стало, что продакшн за ТФС-ом. Но тексты слабые. Бурьян, кстати, я добавляю себе. Скандал. Это пиано-версия от Басты. Полностью его продакшн. Добавляю однозначно. Потому что мне как бы и так трек понравился. И пиано-версия очень крутая. Мурашечки. Вот, понимаете? Вот до чего Баста доводит. Ну, что я могу сказать? Давайте я нажму на паузу. Все. Наконец-то я дослушал этот альбом. Понравилось 3 трека, 4. Ну, короче, скандал. Лояльность. Бурьян. Ну, скандал пиано. Давайте еще я выделю «Им не нравится». И все. Все остальные так. Парт 104 мне понравился. Скиты я не понял, зачем они вообще нужны. Их, в принципе, можно было тупо убрать. Но так захотел T-Fest, поэтому мы это все слушали. Очень крутая музыкальная составляющая. То есть крутой продакшн. Кайфанул больше, чем с текстов. Тексты в основном о девушках, о том, какой он разный, ля-ля, там, то, что он не спал, гастроли. Ну и в том же духе, типа, еще там по наркотикам что-то. Я надеюсь, в будущем ТФС начнет писать какие-то другие тексты поинтереснее, не только об отношениях, любви, девушках, там. Все, наверное, на этом. Если вам не понравилось это видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы до сих пор не подписаны. И ждите новых видосов. Следующий будет Хаджими 2. Всем пока. Check it out.